Дамы и господа, добрый день. Обратите внимание, где я сейчас нахожусь. Торговый центр «Лавина». Эй, всем здорово, это Витарчик ТВ. Перед тем, как ты будешь смотреть, обязательно подпишись, лайки, колокольчики. И ты же помнишь, смотришь ты, также будут смотреть твои друзья. Что я сегодня здесь делаю? Я сегодня здесь встречаюсь с Димкой, МС Вирусом. Вот он здесь стоит, обратите внимание. Мы с Димончиком не виделись, ну, не знаю, месяца 4 примерно. Эй! Давайте запомним это выражение лица. Дмитрий, Лавина, снова Дмитрий, Лавина, Дмитрий. Здорово, старик. Я тебя так обнял, аж плюнул. Рад тебя видеть. Я бачив, що вас дуже багато. 371 людина. Один. Ты понимаешь, канал растет. Канал, ребята, спасибо вам большое, то, что смотрите. Спасибо за каждого подписчика. Обнял, приподнял. Я понял, что это. Потому что это все новая почта решает. Да, новая почта решает. Так, Димончик, смотри, мы с тобой не виделись месяца 3-4, но я там в Кировоград приезжал по своим делам, мы виделись, я ничего не снимал. Ну да, Димон. Что ты здесь делаешь вообще, скажи? Что ты приехал в Киев? Вы не поверите. Ты не поверишь? Нет, просто, вы не поверите. Я приехал обучаться. Дима, я обучаться. Ты все-таки свои 24 года решил учиться, да? Заставили. Я бы не учился, но... Угу, я понял. Ну, Дмитрий, как всегда, на стиле, изики, весь на черном. Борода. Не покрашен. А зачем это нужно было говорить людям? А я не скрываю ничего от твоих подписчиков. Молодец. Так, мы сейчас залетаем в Лавину. И Димончик что-то хочет купить, я так понял, да? Штанишки какие-то. Штаны. Я все хочу купить. Но денег есть на что-то. Я ничего покупать не буду, потому что как всегда. Хотя, я себя знаю. Приходим с Наталочкой что-то покупать в любой торговый центр. Наталочка ничего не покупает. Витюшка себе купил футболочку. Так это ты с Наташкой приходишь, а я... Главное, чтобы сегодня такого не произошло с тобой, вчера, Дмитрий. Так ты вчера говорил во влоге. Вчера, да, я с Наташкой сидел. Вчера, блин. Да, вчера. Что, вкус Наташки, ну, такой. Кончелыжный. А, мы вот сюда, да? Ребзя, мы, короче, заходим в магазин, с Димончиком немножко полялякаем и потом покажу, что же он себе выбрал. Виторчик ТВ. Ты все в трусиках уже? Да ну покажи штанишки, ну ё-моё, ну что ты творишь? X18 да. А, это M-ка. Ой, море, капец. На улице жарко, сегодня в столице плюс 19-20 градусов. Было холодно, а сейчас стало резко жарко, просто балдёж. Ты поверил в себя? Какая тебе Элька? Ну нет, я тебе хочу сказать, что ямочка была лучше стрелять эти складки. Ну куда вообще годится? Согласен. Дмитрий. Ямочка, ну тебе вообще идет. Под лицу все к лицу. Вах! Что ты делаешь сейчас? Девочки описываются, у меня там три девочки смотрят. Это мама, Наташа и Маша. Сестра Наташки. Так кто описывается из них? Кто-то из них отписывается, точно. Отписывается. Так, ну что, Дмитрий еще меряет серый. Я не буду даже это снимать, потому что мне не очень заходит. Хотя давай снимем, если по-быстренько он Дмитрий наденет. Давай. Хочу напомнить, мы находимся в торговом центре «Лавина». Вот они как-то меньше сидят. Кто, серые? Да, вот они, ну, не такие большие. Может, другой пошив просто? Я не знаю, старый, мне так серое вообще не заходит. Ну, просто и... они будут пачкаться. Вот там, допустим, пописаешь, капелька тут будет. А ты не пей. Зачем мы с ней писать? Я не знаю, мне не нравятся эти. Так, получается, надо брать эти. И те, и другие. А мне еще костюм джоггерский делать. Опа. А костюм это хорошо. Это мне мало на день рождения. Пожалуйста, ничего себе. Хуйню сказала, девушки нет. На этом моменте мы переключаемся. Я шучу, солнышко, люблю тебя. Как там? Я знаю, спасибо. Я здесь. Димон. Фу, все, я пошел. Виторчик ТВ.
Можно поздравить Димончика, он купил себе штанишки. Две. Серые, черные. Я думал, что в Лавине работает Мак, а он закрыт и немножко меня расстроил, поэтому придется покупать себе что-то в KFC. Буквально так легко по чизику перекусим, да, для хорошего настроения. Да. И пойдем дальше по магазинам. Я бы ел бы и ел. Ел бы и ел и ел бы. KFC. А потом можно легкую паузу на кальян и потом надо ходить. Ай, кальян, когда мы не курим кальян? Так, ну что, KFC, так KFC, давай уже сделаем заказ и пойдем дальше гулять. Ну что, я уже сделал заказик свой. Смотри, у меня есть картошечка, у меня здесь бургер, и у меня здесь Pepsi. Честно говоря, я уже попробовал картошку. KFC такая. В Маке лучше. Она просто, знаете, не свежеприготовленная. Она, походу, была приготовлена 20 назад, она уже остыла и не такая вкусная. KFC испортился. Да, испортился. А Димончик хитрец, он взял себе соус. Ну, мы я тоже не сейчас себе, с ним... Я нам, ты смотри, там можно, мне кажется, полроты солдат накормить. А мы сейчас с ним воспользуемся. Ребятки, всем, кто уже кушал в фастфуде во время войны или тех, кто уже кушал в Маке, я вас поздравляю. И я присоединяюсь с Дмитрием к этим поздравлениям и к этому приятному аппетиту. Мы начинаем кушать. А тебе хорошего, дальше посмотрим. Готовьте фричуху и пивовнаю. Фиторчик ТВ. Мы с Димончиком уже перекусили. Сейчас идем на главной аллее. Лавина Молл. Что могу сказать? KFC вообще меня не удивил. Булочка твердая. Хуйня! Все. Булочка твердая. Котлета. Слишком пережаренная, такое ощущение, будто масло не менялось, ну, не первую прожарку. Соус, короче, как соус. Ну, соус вот такой. Картошка. Они заготавливают заранее. Ну, если вы заранее заготавливаете, не доставайте из... Как называется? Фри, да? Фритюрницы. Фритюрницы не доставайте, пускай там полежит не в жиру, а где-то на подогреве. Знаешь, как в мультиварке? Приготовил, и можно поставить... Мультиподогрев, она постоянно будет тепленькая. Я ее ем, она полутвердая. Ну короче. Единственное, что мне зашло, это Пепси. Пепси, кайф, скажи. Пепси круто. Что говоришь? Ебаная? Ебаная. Ты включил вот это великий Стасик, блядь. Кто такой? Не, не знаю. Футбольный. Не знаю. Короче, в этом. Пидорашки. Это есть Стасик. Россия, пошла нахуй. Путин. Гандон, ёбаный. Ничего не говори. Не приезжай, я тебя ебал обоссу. Придется вырезать твой адрес. Не надо. Оставлю. Можешь скинуть ему ММС-кой. ММС-кой. А, ну, Зара-то понятно, что закрыто. Пломбир тоже закрытым. Понятно. Но мы идем в наш любимый магазин. Кроп? Кроп? Почему нет? Мой любимый магазин был Нью-Йоркер. А тут он существует в этом? Да. Так он открыт? Должен быть открыт. Да. Ну, надеюсь, нет. Потому что, знаешь... Почему? Что футболки по 100 гривен. Да, наверное, таких цен уже нет по 100 гривен. Ну, потому что, блядь, доллар. Доллар. One, two, three, one, two, three, доллар. Все жалуются, что доллар поднялся. Ну не похуй, у меня зарплата в долларах. Единственное, что меня радует, что к еде, я сейчас возвращаюсь к теме еды, я к еде отношусь как к энергии. Мне все равно вкусно, невкусно, главное, я поел, и теперь у меня есть энергия. Я тебе могу двигаться. Смотри, какой активный. Давай, я тебе подсниму. У меня стадикам, понял? Что, хаос, заходим? Вон, я вижу кроп, вот там вот. Вон, я вижу зеленый кроп. И Нью-Йоркер напротив. Два наших любимых магазина. Yes. То есть, получается, Пузатахата для миллионеров, кроп Нью-Йорке для миллиардеров. Да? Красиво сказал? Красиво? А наш Луи Виттон. Луи Виттон, ну никому не рассказывай. Никому не рассказывай, что... Мы все как ходить вались. Я только вижу. Вот этот костюм, то что один мне даже не понравился. Видишь? Какой? Вот. Черный? Хорошо. Идем дальше. Не? Да. Не. Ски шахтер. Фиторчик ТВ. Есть вопросы, Дмитрий. Подошли два уважаемых человека.
никакой встречи, никакой человек не стоит, ни фанфары, ни музыка, ни красная дорожка. Первый раз простим? Да. Встрекло то мужика спина широкая. Молодой человек, отойдите, ничего не видно из вашей спины. Подожди, не спеши. А вот же, по-моему, мой размерчик. И вот это все для яиц, смотри. У вас как бы вроде бы и девушка есть, а зачем вам сливать? Нет. Я буду так снимать всегда. Только нос мой не снимай. Усюцей. 119. Это ж наши цены. Я прям вижу тебя в этой футболке. А чё, тебе красиво. Да, сушист. Да. Дима сушист. Всего хорошего. Мы тут с Димончиком шапочки нашли. А ну, малую, примерь, пожалуйста, вот это вот. Вы просто уже примерились. Вот тут жарко, я мокрый. А что, тебе идет? Ага. Мне кажется, тебе в Кировограде ногами забьют, если ты в ней там пройдешься. Идем отсюда. Я не знаю, какой по счету этот магазин, но сейчас мы находимся уже в Сенсей. Заходим только в те магазины, которые открыты. Дима себе уже купил 3 футболки, 2 штанов. Перекусили, встретил Витюшку, обнял, поцеловал. Попой потанцевал под яркую музыку. Ну, все кайф. Да. Время проводим отлично, но это крайний магазин, и нам с Дмитрием уже пора прощаться. Тихо, поэтому тихо, здесь... Тихо, что? Тихо. 259 гривен нужно брать. Нет. Я получаю недельную зарплату. Я понял. Что меня радует сегодня, то что я ничего себе не купил. Я не хожу, не смотрю ни носки, ни трусы, но когда я вижу такие носки по 119 гривен, то надо брать. Капец. Ну, я вот только сказал, что ничего брать не хочу. Ну, что теперь делать? Ну, что делать, Дмитрий? Star Wars какой-то. Будем брать. Ребят, 119. А ну, правда или нет? Вот, смотри, нужно такие брать. Смотри, 119 гривен, 5 пар носков. На улице зима, мне куда в таких... визиках лазит, а? Опа! 69 гривен. Не понял, а что за акция такая симпатичная? Это ж мой любимый отдел. А что по цвету у него? Так, дорогие дамы и господа, будем прощаться. Все-таки я возьму себе носочки. А с Дмитрием мы прощаемся. Димончик, рад тебя был видеть. Обнял, приподнял. Все, встретимся или в Киеве, в Кировограде. В Кировограде, в Кропивницком. Я хочу в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Все, Димончик, спасибо, что был со мной. Давай. Ребятки, а вы подписывайтесь, Виторчик ТВ.